Так, ты. Да, ты. Готов? Чё смотришь, готов, спрашиваю тебя? Что значит к чему? Значит, не готов. Ну, давай, значит, повторю, что делать нужно. Как нужно подготовить своего персонажа к старту нового сезона. Кто я такой? Меня зовут Джонни Лейни, а это канал Triple Vibe, между прочим. Погнали к делу. 4 июня стартует новый сезон в Destiny 2. А вместе с ним ночью в 2 часа по московскому времени новый рейд – Корона Скорби. Из названия, кстати, можно предположить, что речь пойдет не столько о Кабал, сколько об Улье. Но посмотрим, как окажется на самом деле. Рекомендуемый уровень силы первого этапа этого важнейшего испытания составляет 715 единиц. Казалось бы, совсем ничего, но надо понимать, что следующие этапы будут более требовательными, и финальный этап может завысить планку до 730, а то и до 740 единиц. Как с таким справиться? Ну, к счастью, можно. Время еще есть на подготовку, и если ты будешь сейчас внимательно слушать и запоминать, то проблем у тебя не возникнет. Главное, собери напарников в команду. Буквально на той неделе на всеми нами обожаемом форуме Reddit страж под ником Deathblade написал подробный гайд по прокачке одного персонажа к началу рейда. У нас в группе выходил полный перевод того материала, ну а сейчас я обозначу коротко, но не менее полно самые важные моменты. Видео, как и статья, будет делиться на блоки. Общий блок подготовки и блок заданий для последней недели текущего месяца. Затем отдельной частью порядок выполнения заданий и сдачи контрактов после ресета в новом сезоне. Итак, базовые вещи, которые стоит проверить, перепроверить, закрепить и выполнить, если они все еще у тебя почему-то не выполнены. Уже сейчас начинай копить все материалы, улучшающие ядра, летай каждый день к пауку на спутанные берега и закупайся материалами с разных планет за легендарные осколки. В идеале иметь хотя бы по 1000 каждого ресурса. Но смотри сам по своим накоплениям осколков. Помни, что он не продает веточки из города грез, а значит, за ними нужно слетать самостоятельно и собрать тоже в достаточном количестве. Это скучно, знаю. Проверьте, что у вас пройдены все актуальные поручения и квесты, такие как на перепутье, например, и час испытаний. Приберись в своем хранилище уже, очисти его от ненужного хлама, какие-то дубликаты, пушки с непонятными роллами, все в утиль, кроме шепота червя. Закупитесь баннерами для рейда у Петры Венч, если собираетесь сидеть до потери сознания на новом рейде. Я предполагаю, что вы играете с друзьями из клана, а следовательно посетите Сураю Хоторн и выполните еженедельные контракты. Но выполнив их, не сдавайте, оставьте в инвентаре. Выполните 2 еженедельных контракта АД-1, чтобы получить баллистические журналы. Если вы собираетесь на Ривен в ближайшие дни, оставьте эфирные ключи. Не открывайте сундук, даже если очень хочется, даже если все еще нет 1000 голосов. Теперь подходим к финальной неделе. Ресет 28 мая. Ключевая неделя, которая перетекает в новый месяц. Тут заданий домашних будет больше, и они куда более времязатратные. Убедись, что у тебя есть 5 фрагментов призраков со спутанных берегов, чтобы как можно быстрее выполнить еженедельный контракт паука на мощное снаряжение. Убедись, что у тебя хотя бы 40 темных фрагментов города грез, чтобы сразу получить и выполнить контракт врата между мирами. Тут же проверь, что есть хоть одна настойка боярышника, чтобы сразу открыть и выполнить контракт на высшее испытание в городе грез. Кстати, об этом. На этой неделе каждый день посещайте город грез. Выполняйте ежедневные контракты, но ровно как и контракты Хоторн, не сдавайте их. Вы должны выполнить 7 контрактов, но еще и так, чтобы среди них не было контракта на зачистку какого-нибудь затерянного сектора. Это важно, поскольку с контрактами на сектора игроки часто сталкивались с багом, и он может вас знатно подвести в нужный момент. Убедитесь, что у вас есть хотя бы один полимер кузницы АД-1. К прекрасной Аде тоже приезжайте каждый день и также выполняйте ежедневные контракты. Но, догадались? Не сдавайте их, да. Вам нужно накопить хотя бы 7 таких контрактов. В общей сложности в вашем инвентаре должно быть хотя бы 20 незданных контрактов.
выполните горячую точку, но не забирайте награду у нейроматрицы. И запомните еще один момент. Не выполняйте ни одного ежедневного рубежа, начиная с 1 июня. Теперь что делаем 4 числа с ресетом, со стартом нового сезона и до рейда, то есть до 2 ночи по Москве, напоминаю. Сначала летим в башню, бежим к скитальцу, берем еженедельные контракты. Подберите еженедельный контракт роли Гамбита Prime в зависимости от роли, за которую вы играете. Потом бежим к Аде 1, берем еженедельные контракты и мощный корпус. Также соберите новые контракты, которые появятся с началом нового сезона. Выдохните. Погнали. Сдайте все контракты Ады 1, которые у вас имеются. Это позволит вам выполнить еженедельный контракт Ады на 8 выполненных ежедневных контрактов. Затем летите к дядюшке Пауку и подберите еженедельный контракт за 5 фрагментов призраков. И заберите награду у нейроматрицы за горячую точку, которая лежит у вас с той недели. Затем выполните еженедельный контракт Паука на особо опасного беглеца из тюрьмы старейшин. Слетайте на Меркурий, который будет горячей точкой на той неделе, и выполните ежедневное приключение. Залетите к брату Венцу, подберите контракт на героическое приключение и выполните его. Это закончит прохождение горячей точки. Затем летим в любимый режим и играем 5 матчей в Горниле. Выполните 3 сюжетные миссии авангарда и 3 налета авангарда. Потом сыграйте 3 матча в обычном гамбите и отправляйтесь в сумеречный налет на 100 тысяч очков. Тут, кстати, тоже можно схитрить и сначала просто пройти сумеречный налет, а затем еще раз на 100 тысяч очков. Да, времени потратите больше, но это нужно, чтобы вторая награда была выше по уровню силы. После этого прилетайте к Петре Венч за всеми еженедельными контрактами. В этот раз можете брать ежедневное поручение на затерянный сектор. Но сначала пройдите сюжетную миссию «Темный монастырь». Выполните контракт «Врата между мирами», выпивайте банку с чудо-настойкой и закрывайте высшее испытание. Оно будет располагаться на закоулке посланника. После этого вернитесь в башню и заберите еженедельную награду у Икоры за 20 выполненных контрактов. Проследите за тем, чтобы среди сданных контрактов был хоть один из тех, что вы взяли после ресета. Это исключит вероятность бага, и вы точно получите награду выше уровнем силы. Помимо этого, вы можете сдать все накопленные клановые контракты, чтобы выполнить еженедельный клановый рубеж. К этому моменту вы должны выполнить мощный корпус Ады 1, поэтому летите в кузницу Бергузии и куйте пушку. Получив награду, вернитесь к Аде 1 и подберите второй мощный корпус в зависимости от слота, который проседает у вас по уровню силы больше всего. Затем летим снова в Гамбит, но на этот раз в Прайм. Сыграйте 4 матча и пройдите суд. Также 4 раза. Потом вернитесь к Аде 1 и завершите калибровку второго корпуса. Используйте полимер кузницы и скуйте еще пушку, после чего уже в последний раз вернитесь к Аде 1 и заберите все награды. Потом, если у вас есть команда, пройдите рейд Левиафан, ну или рейд Логово, что там у вас быстрее, чтобы получить клановую рейдовую энграмму. Если каким-то чудом у вас все еще останется время до рейда, спойлер, не останется. Пройдите подземелье Расколотый трон и завершите все рубежи, которые появятся с новым сезоном. Ты, наверное, сейчас сидишь просто в ахере. Столько инфы, как все запомнить? Понимаю. Так что еще раз, окинь взглядом эту последовательность. В описании к видео я оставлю ссылку на текстовый вариант этих советов. И реши, что ты успеешь сделать, а что нет до рейда. Помните, что любая упущенная возможность поднять лайта может стоить вам успешного завершения рейда в первые часы или дни после его релиза. Так что поступайте правильно, удачи вам с этим. Сейчас тот момент, когда ты должен поставить лайк под видео, подписаться на канал и показать его своим друзьям, чтобы не ты один такой умный прокачался, а потом сидел и говорил корешам типа: «Ребят, а чё вы такие низкоуровневые, чё не качались?» Просвети друзей-то. На этом я прощаюсь. Спасибо за просмотр. Новый сезон очень-очень близко, так что до связи.